Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, ну что, начнем. Начнем потихонечку. Так, и мы... Ага. Ну, это понятно. Я, кстати, знаешь, что хочу попробовать? Я хочу попробовать пройти... Вот. Вот этот, ребята, уровень на 3 звезды и получить сундук. Не знаю, получится или нет, но... Попытаться-то можно, согласись. Попытаться даже, я бы даже сказал, не то, что можно, нам вообще-то и нужно пытаться. Вот это мне не нравится. Да хорош, бомжи. Так, слушай, там какая-то бочка, ребят. Ну, какая-то бочка. Я знаю, что это за бочка там скачет. Не понял. А что за бочка-то? С шаманом? Так. Слушай, блин. Вот. Всех, как говорится, к ногтю. Так, что мы тут? Плювик. Давай, наверное, плювика возьмем. Да. Это какая-то ерундиська, ребят, получается. А чё такие мощные-то? Эй! Я, конечно, все понимаю, но... Блин, я, кажется, понял, ребят, что надо сделать. Я, кажется, понял, что надо сделать. Давай, Стега, родной, выходи. Без тебя что-то как-то не клеится тут ни шиша. С ним, я думаю, нам более-менее будет повеселее, так скажем. Сейчас проверим. Да куда ты, твою же налево, блин, они сейчас его завалят, ребят. Да. Что-то, блин, не то все, а? По-моему, 3 звезды нам только здесь, ребята, снится, мне кажется, будет. Дай-ка я вот так, наверное, сделаю. Короче, здесь проблема в том, что здесь очень много, друзья мои. Как бы тебе это объяснить? Стреляющих юнитов, и они очень, ребята... Ну, я бы не сказал, что их они очень мощные, но... Их просто дофига. Да. Видишь, по хпшкам, ребят, я... А почему этот не получил урон, блин? Блин, ты бомбардиры достали, а? Ну зачем ты? Куда ты вот так подбегаешь-то близко к ним? Не выходит ни шиша, ребят. Просто не получается. К сожалению, на 3 звездочки тут, ну, никак. Я, конечно, попытаюсь.
Нет. Они уже дошли, ребята, до яйца, так скажем. Этот снаряд у нас так как не прокачан, я имею в виду огненный, ребят. Он наносит очень мало урона. Так. После этого мы сможем призвать. Надо посмотреть, сколько мы урона ей наносим. Ну, этой говнюхи. О, она еще и пиратами бросается. Да хорош, ты еще и... Он еще и пушку сюда, ребят, тащит. Девяносто пять он стоит. 95, друзья. Все, минус звезда. Пошла уменьшаться, ребят. Девяносто пять копить надо. Давай, блин, ну он 3 звезды не проходим. Так, а что-то происходит-то, я не могу понять. То есть, пугать-то он пугает, ребята. Пугать-то он пугает. Только толку-то от этого, что он пугает. Тут 1 звезда. Тяжелый уровень. Сами ребята видели, что происходит. Да. Даже если вот так вот сделать. Ну, пройти-то мы его, наверное, я надеюсь, мы его, ребята, хотя бы пройдем. Вообще просто пройдем, а не получится так, что не яйцо тут зафигачит, там и все. Надеюсь, бомжик здесь больше не будет. Да, такой. Такой довольно бесявый уровень. Пушкари, по-моему, самые ватники. Понятно, здесь нам ничего хорошего не дается. Просто мы проходим, ребята, этот этап на 1 звезду. Так. Был бы прокачанный бы огонь, может быть, какой-то и был бы от этого, ребята, толк. Но я до сих пор почему-то не уверен в этом.
Такс. Ага, спасибо большое. Как думаешь, стоит? Ну давай, пойдем посмотрим. Так, тут плювик у нас. Ну этот, конечно, 95. Так, шокер. Шоковая бомбочка у нас. Ну, ясен перец, тут без бомжихи, наверное, не обойдется, да? Наверняка. Так, фризочку заработали. Надо плювика, скорее всего, друзья мои. Слушай, что-то там катится, мне послышалось. Как ты заколебал, а? Говнюк мелкий, издалека бомбит. Ага, ага. Ну давай, 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 давай этого пирата. Так, пойду я вот этого, да, хлопнули. Блин! Ну не вовремя, не вовремя. Звезду, ребята, уже отнимает. Твою налево. Сломали они, как думаешь? Сломали, ребят, мы сломали, я увидел. Фу. На три звезды, красавчики вы мои. Умницы. Без лидера, как говорится, смогли справиться. Опа, трицер, ребята, прокачаться может. Так, здесь понятно. И последний. Ага. Так, ну трицер может прокачаться, друзья мои. Надо посмотреть, сколько он будет стоить по денежке. И есть ли шанс его... Так, у нас 13 тысяч. Сейчас мы посмотрим, сколько он стоит на обнову. 12. Блин, ребята, ну тут и плювик 18. Наверное, я возьму, ребят. Так, ну что, попробуем взять этот этапчик. Тут сосулька огненная. Блин, вот эта вот огненная бомба, она не прокачана, она... Блин. Ладно, я пока вот так, наверное. Ай. А вот интересно, вот он едет вот на этой фигне. И что будет, если он доедет до ворот моих? Я просто сейчас гляну, мы его туда, мы его там снесли. Чего? Серьезно? А что так мощняво-то? А, это, видимо, ребята, пушкарь звезданул так сильно. Да в плане, я же по пушке бью. Сейчас зарядит залпом. И вырубила. Ага, подбили мы ее. Так, нормально, нормально, нормально. Может быть, нам хилку призвать?
Так, а вот это уже получше. Давай еще одного призовем. Да что ты не отхиливаешь? Ты не успевает отхилять его. Пипец. Качаешь их, качаешь этих дурачков, и толку ноль. А до этого я, наверное, не накоплю никогда. Нужен ли мне здесь... Да как бы пригодился бы, мне кажется. Блин, пират идет. Ой, как не вовремя он явился, ребятушки. Так, у меня хп, хп, хп. Блин, там же еще этих три аглоеда будет, блин, ребят. Девяносто пять. Фига он там жарит. Я позвал его, ребят. На, все, звезда пошла уменьшаться. А, он просто пугает и все, что ли? Да. Не такого эффекта я, ребята, хотел. Абсолютно. Ну, минус вторая звезда пошла. На убыль. Да, какие-то уровни, блин, пошли. Ну, вообще непроходимые. Фигово дело. Рэмбо здесь не хватает. Рэмбо не хватает, ну, я имею в виду по мощам, ребят. Он очень быстро дупляется. Так, пушкаря надо валить. Потому что он начнет сейчас издалека бомбашить. Мне тут как бы вообще не надо. Куда ты, бомж, а? Ну куда ты вот бежишь? Блин. Сейчас мы и с этим разберемся. Но все равно, ребята, на одну звезду. Такое, такое себе удовольствие, если честно. А это, оказывается, просто пугает. Это у нас... где сундук, да? Это, да, это этот уровень. И что мы тут в сундуке получим? 800 монет всего-то. Тирекс прокачивается. Надеюсь, мне хватит на прокачку. 3200.
хватает. У него маленький... Ой, смотри, кстати, у нас тут динозавры, ребята. Ого. Я представляю, сколько он будет стоить, этот динозавр. Что делать-то тогда? Я ума не приложу. Пытаться вот эти уровни пройти? Мне кажется, я, наверное... Фига, он с удара просто... Бэм! Нормально так. Это кто там? Это, ребят, бомжиха идет. В плане. Да как, с какого перепуга столько бомжей? У меня как-то не в такт получается, ребят. Так должно быть, что ли, столько вот их? А хилка есть. Только я не уверен, что, ребята, мы успеем. Хотя... Сейчас попробуем. Так, смотри, что у нас получается, друзья мои. У нас тут получается прям... Прям вообще шикарно получается. Эти, конечно, там дают, наяривают, ты будь здоров. Бомжих вот так вот сносить, это дорогого стоит, кстати. Хм. Да, нормально. Так, огненный Дэй на снайпе. Хорошо. Вот это порадовал меня. Тогда давай попробуем следующий взять под прицел с тобой этапчик. Вот этот, 17.3. А, значит, акцент надо ставить на них, я так понимаю. Видишь, здесь, конечно, здесь немножко похуже, ребят. Здесь нету мамонта, который мог бы сдерживать. Блин, тут еще и ловушка. Так, подожди. Ну, допустим, сделаем так пока. Пока сделаем так. Огненный Дэйна нам бы, наверное... Чего там опять выкает? Ну и чего? Мне теперь этого нужно подбивать.
Блин, мы только одного ушатаем, сразу же следующий идет. И, соответственно, вот эта вот бомба вымораживает меня. Ай-яй-яй, успею ли я? Успел. Так, секунду. Ну а теперь... Блин. Бамс! Зашибись, ребята. Просто зашибись. Ну зачем ты... Блин, почему такой крепкий, а? Ну? Ты серьезно сейчас, блин? Ну давай, давай, давай этот. Вон оно что. Давай, ребята, разбиваем, разбиваем, разбиваем. Вроде есть. Все, друзья мои, остальное дело за малым. Просто нам нужно будет пройти этот этап. Мы уже 3 звезды в любом случае получим, потому что портал разнесли. Нормально. Так, сколько там у нас? Ага, 2 сундучка было. Допустим. И здесь 550 монет. Ну, мало-мало наград дают нам. Я имею в виду в плане денег. Прям совсем мало. Мне хотелось бы побольше. Так. Ну, раз тут дается Кентра, значит, друзья мои, будут летуны. Будут летуны. Он попадает, да, по мне? Ну и где Кентра? Вон он. Ну, допустим. Так, подожди секундочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что там идет? Тут опять. Тут опять, друзья мои, идет фигня эта, блин. Вот это вот, блин.
Ну тут хотя бы... А, нет, не просто лучники. Там не просто, ребята, лучники. Твою налево. В кого там, чего там попадает? Не пойму вообще ни, чер... ни черташечки, ребят. Да ты заколебал, а? Да, сделать надо было так. Застал, запарил. Попадает не в того, кого надо, понимаешь? Мне надо совсем другого, ребята. Это, по-моему, тот самый этап, да? Где сейчас будет целая орда тут бежать. Разве не он? Вот это подстава. Вот они идут ко мне, и эта подстава, блин, по ним бомбит. А тот стоит, блин, даже ничего не делает по ним. Вот и все. Вот тебе, ребята, и итог. Да, на 3 звезды как-то шансов маловато, ребята, здесь у нас пройти. Давай заморозим. Портал еще вообще не вижу. Ой, у меня здоровье-то уже. А, нет, это не мое здоровье было. Ну, конечно же. Ну конечно. Ну, у тебя-то, идиотина, только не хватало, блин. Идиотка, а. Кусок. Вот, ребята, вот этот последний этот. Как сказать-то, оплот. Твою налево, их тут накопилось уже немерено. Так, мне главное не дуплиться, ребят. Ну, есть.
Три звездочки, друзья мои. Все, на три звезды мы этот уровень тоже проходим с вами. Фух. Прекрасно. Прекрасно. Ага, а здесь... Так, Дилофа готов прокачаться еще на один уровень. Еще на один уровень. Того 680 очков. Так, 5885 у нас монет. А что это, ну, тут 5880 монет? Я здесь ничего не могу, ребят, прокачать. От слова совсем. Ну чё? Так, здесь мамонт, хил. По башке сразу же наполучал. Сразу же наполучал по башке, ребят. Так, этот хил тут еще идет. Блин, ну я завалю ее или нет? Слушай, а шоковая бабочка-то нормально так бомбит, ребят. Ну, не бомбит, а по крайней мере она станет врагов. Станет врагов, это только мы сейчас с тобой одного этого призовем, получается. Да ты серьезно, блин? Ну вот тут вот, конечно, фигово, ребят, получается. Тут а, там еще и этот летит. А он, как мы видим, бомбит куда? В дирижабль, правильно, ребята. В дебильный этот дирижабль. Ну и все. Тут еще и огненная параша подъехала. Да фиг ли ты делаешь, мне нужно было бомжиху, чтобы ты уничтожил, ну ебарса ты, а. Ну вот, бомжиху хоть запинали. Еще хоть одна радость. Бомжиху запинали, так этот ползет теперь. Сейчас я попробую, ребят, вот так вот сделать. Так, этого в шок. Шок это по-нашему. Что-то он мало, слабо бомбит, друзья мои. Слабо. Очень слабо бомбит. Я, наверное, хилку все-таки позову. Я, наверное, все-таки, ребят, хилку позову.
А по большому счету мне надо мамонта вызывать. Да они на раз ушатывают. Эти... Ребят, это... Даже если позову мамонта, ну и что он сделает? Ну, придет мамонт. Допустим, уже подошел он здесь. Этого, например, мы застанем, допустим. Ну, мамонт под хилку, если брать. Так, что ли, получается? А других вариантов нету все равно у нас, друзья. Этого досаждать только с помощью... Ну, ты понял, да? Фигня, блин, получается, друзья. Еще эта ерундистика ползет. Мамонт там просто, ребята, вешается. Он все бомбит, но не туда, куда надо. Просто бам-бам-бам, и все, ребята. Пару ударов и... Финита ля комедия. Куда ты? Вот куда ты сейчас бомбанул? Я не понял. Вот куда ты сейчас бомбанул? Ты урона даже так такового не нанес. Ты куда валуном-то бомбанул? Вот скажи мне, Рейд, блин, а? Ума не приложу. Куда он бомбанул этим ударом? Я вызываю мамонтов. А... Их как давили, как клопов, так и давят, как клопов. Не выходит.
Нет, ребята, тут их дофига, слишком дофига, и на 3 звезды, ну, вообще не варик. Нет у нас против вот этих летающих. Они этим пользуются, ребят. Они этим пользуются, потому что у нас только вот эти вот могут, огненные. Ну, ты сам видишь, урон оставляет желать лучшего. Урон оставляет желать лучшего. Так что здесь о трех звездах даже и говорить не приходится. И очень жаль, и очень, блин, плохо, ребят. Да и уровень такой как-то долгий, длинный, согласись. Просто длиннющий. Просто длиннющий этап. Ну и, конечно же, ребят, эти вот слабенькие, которые огненными шарами бросаются, они слабенькие. Это факт. Причем налицо, блин. А этот этап, по-моему, мы с тобой и пройти-то не могли, насколько я помню. Поэтому из сундука мы здесь с тобой не зарабатываем. По-моему, сейчас пойдет бомжиха, насколько я помню. Самая большущая, огромная. Или тут орда их, по-моему, будет, да, ребят? Ну, Плювик, ну я же специально отошел. Вот он. Здесь я возьму, например, неуязвимость. Пока она действует, попробую как-то, я не знаю. Ну ты посмотри, сколько я урона наношу, но... Плювик за мной. Плювик за мной, как говорится. Так, ладно, здесь у нас... Да твою-то налево, а. Фиг ли мне поет тю-тю-тю-тю-тю-тю. Если у меня даже тут хила нету. Я этого хламона могу только, ребята, чем подбить? Только ядрами, снарядами. И опять же их там целая орда выйдет, да? Вот о чем и речь. Пипец какой-то. Один краше другого, блин, вылазит. Да, я еще с этим не справился, а там уже еще бежит, посмотри. Yeah.
Там еще и хилы сзади. Да нет, какой там, ребят, все, и цухана. Ну это бред. Это, ребята, бред полный, блин. Один за одним идут, блин. Армии ни хрена нету, блин. Не знаю я. Просто я не знаю. Давай посмотрим. Подожди, не этот. Давай глянем вот этот этап тогда. Они еще издеваются, а? Ну что нам надо вызвать тогда Кентра, получается? Или как? Пока так сделаем. Угу, нагрели. До мамонта нам как до Китая раком, я так понимаю, да? Ну, в принципе, уже мамонт на созревке у нас. А еще больше я бы сказал, что мы уже можем вызвать мамонта. А вот летающий какаха летит, ребят. Как ты заколебываешь, а? Именно дальнобойщики, которые сзади стоят и просто нервируют. Своими дурацкими вот этими атаками. Так, что у нас там? Да 100% будет пиратка или кто-нибудь из этих будет сейчас. Сейчас 100% подойдут. Мамонта моего. Вот. О чем, ребята, и... Как говорится, была речь. Там еще плюс пират, ко всему прочему, идет. Пират, естественно, псих. Пиратка, точнее. Так. Сейчас у мамонта порвут. Да я просто не успеваю. Выходит, а? Блин, мне за руль мало. Он хорош, ребята, своей вот этой мощью, все. Но то, что пирата, гад, перекидывает. О, ну мамонта опять все. Мамонта уже нет, ребят. Все. А мамонте может забыть. Видишь, с каждой бочки он выкидывает, блин. По бомжу. Ну давайте, господи, ну бомжиху эту. Еще выкидывает так далеко так, блин.
Так. Может, все-таки успеем, ребят? Того оглушим, чтобы он... А, он там не один. О, да, здесь, друзья мои, на 3 звездочки. Здесь хотя бы улыбнулась нам фортуна. Фух. Замечательно. Так, Тирексик скоро, ребят, прокачается через 2 карточки буквально. Через одну. Через одну карточку Тирекс качнется у нас. Так, и мы сейчас получим с тобой деревянный сундук, да, по-моему? Если я не ошибаюсь, по-моему, деревянный сундук будет. Эпический шлем. Ну, его-то я могу взять, только не буду, ребята. Ну-ка. 800 монет всего лишь-то. 3 самоцвета. Лил Спитти, ледяной шар. Кластерный выстрел. Угу. 5000. Ну, тут уже солидненькая, ребят, награда. Ну что, попробуем 21. Энергия, друзья мои. Энергия, к сожалению, закончилась. Ну что же, ребятушки, тогда и я буду потихонечку закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.